Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь стараемся пролутать какие-нибудь классные вещички с Мифик Плюс сундуков. Надеюсь, упадет что-то реально достойное, реально классное по своему уровню эквипа и полезности. Итак, начнем же. Первый персонаж, на котором я вскрою, это будет воин. Ну и дальше паладин, друид и ДК. Итак, хорошая попытка, Blizzard, но я не вернусь на Вара. Красиво. Я вставлю пока что этот релик, а Тигелем я усилю его как-нибудь потом, когда захочу. Вот так вот. Утроба, взрывной, упрямый и тиранический модификаторы текущей недели. Хорошо. Идем дальше, идем. За паладином. Почему такие релики не падают на рыцаря смерти? Странно. Где мои загрузки? Вот мои загрузки. Все хорошо. Так, сундучок прогрузился. Лут на защиту. Поехали. Плащик 935. Ну, ясное дело, он полезнее будет, конечно, за место 915. Хорошо. Поюзаем силу артефакта и идем дальше. Этот плащик можно добавить в список утиля. Ключик, квартал звезд. Хорошие ключи падают на самом деле. То есть утроба инст достаточно быстрый. Квартал аналогичный ему. Кайфовенько. Так, дальше. Друид. На кого же еще сегодня повезет? Интересно, интересно. Ножки. 935-е. Так, у меня где-то были ножки уже. Это 915-е, это 935-е. Я, конечно, не особо шарю в приоритетах статов на друля танка, но я оставлю 935-е. А, 915-е действует. Ключик хороший, опять же, упал. Казематы. Вполне легкий и вполне быстрый. Артефакт я потом прокачаю тогда, когда зайду на этого персонажа с целью закрытия ключа. А, ну и самый последний персонаж, самый мой лучший в текущий момент, который должен был пролутать этот варовский прок. А, это ДК, да. Ветки кровь. Хочу прок. Хочу какой-нибудь хороший прок. Он мне нужен. Он нужен для повышения эквипа. Одеться в текущий момент я могу только с проков. Если мне упадет обычная 935-я вещица, то навряд ли она усилит мой текущий эквип. Потому что у меня и так уже все 30-е, 35-е надетое, одетое. Я еще там Макари логнулся, а не во плоти рыцарей смерти. Хотя, там в одно движение можно очутиться во плоти своем родном. ДК сегодня небольшой бонус еще будет использовать из своего инвентаря после вскрытия основного недельного сундука. Ну, вы сами сразу увидите, какой это бонус. Весьма такой интересный. Это два железных аксессуара. Но сначала я вскрою недельный сундук. Ладно, набрал. Сначала я отвисну. Движение в пустоту. Кайф.
Все, ждем прогрузку во плот рыцаря смерти. И скрываем наконец-то этот сундук. Надеюсь, там накопилось что-то реально классное из-за танкования 21-го ключа. Ладно, хоть мы его и сломали, это бедный вокал шара на 4 минуты. Ну, по-моему, не по моей вине. Хотя я мог больше пулить мобов. Мне было просто страшно. Ну да, в какой-то доле. Моя вина есть отчасти танковской. Что мы прошли не в таймер. Ну, надеюсь, что-то хорошее должно упасть за такие благие дела. Сейчас проверим. Что такое? Неужто я мало углей сегодня подкинул к своему системному блоку? Или что происходит вообще? Почему такие долгие загрузки-то? Алло. Вроде ничего не скачивается. Но. Странно все это. Может, у меня настройки на максимал выкрутились сами. Хотя обычно я играю при настройках 7 из 10. Сейчас надо это глянуть, пока в рейтинг пошли. Сегодня даже у нас рейдик, как и все остальные дни недели. Начиная с 15 МСК и заканчивая 19 МСК. Ежедневные эти рейдики. Осваиваем то Кил'джидена, то еще кого-нибудь, то еще всякую нечисть. Будь оно неладно. Сейчас чекайте, сейчас будет телепорт к сундуку. Проверяйте. 3, 2, 1. А ладно, опять наврал. Не умею просто в числа. На самом деле. Вот. Ждем прогрузку сундука. Проверяем специализацию и вскрываем. Шейка. Майдия, привет. Вы понимаете, что сейчас эту шею я просто продам? Она мне не нужна. Да что ж такое-то? Почему мне не упала реликвия, как на воина? Что? Почему? Почему все настолько плохо? Двадцатый квартал звезд. Тиранический. Привет. Здравствуйте. Ну хорошо, скрываем две реликвии. Раз. Это Сурсока изумрудного кошмара рейда. Это тоже с изумрудного кошмара. Пойду туда рейдить. Замечательный рейд. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно уж, сейчас пойдем фармить эти любимые всеми нами миф плюсы. Будем одеваться. Получать хороший лут. И надеяться на следующий лут с недельных сундуков. Что мы в итоге имеем? На друида псевдо улучшение для ротации легендарок. На паладина улучшение на 20 эквипов. На воина улучшение в релик на плюс 25, то есть плюс 7 к уровню артефакта. А на ДК вот я не знаю, крит-то мне приоритетней намного, чем искусность. В таком количестве, особенно 3К искусности. Привет. Я не хотел этого удать. Извините меня, пожалуйста.
Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, быстрых вам прогрузок в регионе и всего хорошего. До скорого. Берегите ноги.